А откуда? Особенно вот. С СНГ. С СНГ. Ну, вы интернациональный человек. А вот очень известное лицо. Где-то я вас видел в каких-то выступлениях. Каких? Посмотри, подозрительной личности. Очень подозрительной личности. Ребята, мне интересно, вот вы счастливые, в чем причина вашего счастья? Если вы их увидите. Кепку хочет за 200 гривен продать. Вот она причина. FFI. Когда ворвется в вашу жизнь, все изменится круто. 100%. Даже что произошло после того, как вы соприкоснулись с компанией FFI? Да все поменялось. А можно поподробнее? Спокойствие пришло. Поменялась прическа, поменялась у вас или новые штаны появились, или что-то еще? Спокойствие пришло, уверенность пришла. Да цифры у него в чеке поменялись, вот все счастье у него. Да? Ух ты, у вас есть чеки, часто вы их получаете? А зачем вы это спрашиваете? А вы с налоговой? Вся информация на Прав ТВ. Какая у тебя ссылка? Меня привлекают счастливые люди. Какая у тебя ссылка? Ссылка? Счастливый ты человек, сынок. www.drag.prav.tv. Ссылка у тебя есть. Ну, я не знаю, это совпадение. У меня тоже. У меня ссылка Экостар Прав ТВ. У вас что-то есть, покажет? Тюмень.прав.tv. Вот, у вас вот. Много общего. У нас Прав ТВ. Да. То, что у вас только в Тюмени, это Прав ТВ. Ребята, не переживайте, рекламу вырежем. Что нас объединяет? Прав ТВ. Все туда, прямо все туда. К Виктору на его интернете там на страничку. Полностью все, ничего не вырезать. Клиентправ.тв. Ну да, да, да. Клиентправ.тв. Так что я так понял, ребята, нужно в этот бизнес идти, потому что все правы здесь. И дело правое. О, смотри, какие якоря.